В Павлодарской области восстанавливают участки лиманного орошения. Масштабную работу предстоит провести в Баянаульском районе. Там за многие годы лиманы пришли в полную негодность. По мнению специалистов, заливные луга помогут обеспечить высокую урожайность сенокосных угодий. И вот за счет обводнения запрошенных лиманов удастся направить потоки талой воды на территорию более чем 6 тысяч гектаров. Вот такое решение позволит предотвратить дефицит воды на отгонных пастбищах. В период весеннего половодья на юге региона горные реки Айдос, Карасу, Баташи-Дерты и Ашису превращаются в грозные стихии и становятся опасными для населенных пунктов. В настоящее время проектировщики исследуют состояние лимана, чтобы в будущем рационально использовать неконтролируемые водные ресурсы. Тем временем, сегодня уже на другом конце области провели компенсационный природоохранный попуск на канале имени Сатпаева. Оттуда спустили воду в сторону Чердентинской системы лиманного орошения площадью свыше 20 тысяч гектаров. Плюс это восстановление и пополнение алентинской системы озер, которые расположены в Кибастузском регионе, а также озер, расположенных в Ахтугайском регионе. На сегодняшний день мы начинаем с объема 8,7 кубокилометров, но мы подали бюджетную заявку в Министерство водных ресурсов. Сейчас на рассмотрение доведение этого объема до 120 миллионов кубов.